Привет, это снова Мелисса. В приложении все расписано. Где, когда и что. Результаты прошедших заездов и подробности следующих будут там. Победил, прошел. Нет, вылетел, все просто. Про первый заезд я уже написала. Глянь приложение. Эй, давай сюда, будь мужиком. Хочу посмотреть, на что способна тачка на Кайсана. А я покручусь вокруг.
все. Твоя очередь. Не обижай там тачку на Кайсана. Слышишь? Давай. Это Робин. Больше дрифтить не хочешь? Я на месте, если надумаешь. Увидимся, да? Пока. Поглядим, готов ли ты к такому, зверюге.
Знаю, знаю. Просто не хочу его задеть. Ладно, потом поговорим. Эй, новичок, слышишь? У Трэвиса кое-что есть для нас. Может, что-то большое, как в прошлый раз. Так, Эймс, словимся. Обсудим проблему. Да, конечно. Тут только разберусь и звякну тебе. Окей, увидимся. Так, друг, давай приезжай в гараж. Трэвис уже там, поди, медитирует. Эй, как сам? Все дело в балансе. Сначала душа, потом тело, дружище. К примеру, эти тачки. Ошибочно видеть в них только науку, конструкцию. Чтобы изменить ход игры, нужно видение. Надо быть художником. И как настоящие художники, мы начинаем изнутри. Движок — это сердце. Как только ты доведешь его до совершенства, можно переключаться и на остальное. Трэвис нашел крутого поставщика. Лучшие запчасти, которых так не хватало. Я как-то видел на Кайсана во время работы. Представь, 4 часа только лишь на примерку обвеса. Люди приходят и уходят. Совершенство утомляет тех, у кого нет вкуса. Но для Накаи-сана каждая панель как мазок кистью. Шедевр. Поэтому я и думаю, что он не приедет. Не парься. Приедет.
Решай все свои дела, потому что тут собираются гонщики. Ох, круто будет! Дуй сюда! Давай!